Здравствуйте, я Елена, эксперт МВидео. А рядом со мной целое семейство цветных холодильников из дизайнерской серии Color Line от Liebherr. 4 уникальных цветовых решения – оранжевый, зеленый, синий и бежевый. Любой из них станет стильным акцентом в современном интерьере, а ваша кухня заиграет новыми красками. Но при том, что они такие разноцветные и яркие, в остальном внешний вид выдержан в духе минимализма. Строгие формы и интегрированные в дверцы ручки придают холодильнику изысканное ощущение монолитности. Именно по этой причине панель управления тоже спрятана за дверью. Она электронная, очень удобная и понятная. Долго изучать инструкцию не придется. Кнопки позволяют устанавливать температуру в каждом из отделений с точностью до градуса. Все настройки отображаются на дисплее. Здесь же есть опция «Быстрая заморозка». Именно этот режим позволяет максимально сохранить внешний вид, вкусовые и питательные качества продуктов. Пригодится, если вы предпочитаете делать запасы провизии на неделю вперед и загружаете в морозилку сразу большое количество еды. А поместится в нее, правда, очень много. Всего объем камер 95 литров. 3 больших ящика позволяют разместить раздельно мясо, рыбу и овощи. Они прозрачные, поэтому трудности с поиском нужной упаковки не создадут. А еще они очень просто выдвигаются благодаря вот этим вот боковым ручкам. Так что при необходимости можно освободить пространство под крупногабаритные продукты, например, для целого поросенка или крупной индейки. И никакой утомительной разморозки. Система No Frost без вашего малейшего участия предотвращает появление наледи и инея. Важный момент. В этой модели 2 холодильных контура, то есть верхняя и нижняя камеры не зависят друг от друга. Запахи не смешиваются, а температура в отделениях поддерживается более эффективно. Это помогает продуктам дольше храниться и делает работу устройства более экономичной. Что ж, теперь о холодильной камере. Здесь размораживание тоже автоматическое, но система тут капельная. Она хороша тем, что продукты не заветриваются. А вентилятор Power Cooling помогает быстрому охлаждению. Он распределяет холодный воздух равномерно по всему отделению. И вверху, и внизу, и даже в самом дальнем уголке температура одинаковая. Внутреннее пространство холодильной камеры объемом в 209 литров продумано до мелочей. Это тот самый случай, когда холодильник красив не только снаружи, но и внутри. Полки из закаленного стекла выдерживают до 30 килограммов. Они регулируются по высоте. Это важно, если у вас большая семья и вы готовите блюда крупными партиями. Можно будет без проблем разместить громоздкую кастрюлю с борщом или казан с пловом. На полках в двери удобно размещать продукты в пластиковой таре – молоко, соусы, соки. А для хранения напитков в стекле предусмотрен вот такой вот держатель. Здесь бутылки точно не разобьются. Внизу находится довольно вместительный ящик для овощей и фруктов. Он полностью вынимается, поэтому поддерживать его чистоту будет нетрудно. Кстати, в простоте ухода за холодильником производитель уделил особое внимание. Все стенки внутри сделаны без стыков и швов. Протереть их тряпочкой – минутное дело. А резиновый уплотнитель, на котором собирается больше всего грязи, вообще можно снять и помыть в посудомоечной машине. Светодиодное освещение располагается в очень правильном месте. Отделение полностью просматривается, среди продуктов не заблудитесь. Плюс такое освещение экономит электроэнергию. Уменьшить счета помогает и современный инверторный компрессор. Он работает практически бесшумно и более долговечен по сравнению с традиционными двигателями. Время подвести итог. Холодильники Color Line от Liebherr – это сочетание оригинального стиля, функциональности и технологий. Они притягивают взгляд и заботятся о сохранности ваших продуктов. На этом я с вами прощаюсь и вместе с МВидео желаю вам приятных покупок. МВидео. Нам не все равно.